Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И мы продолжаем играть с вами в симулятор мороженого. В игре вышло большущее 10-е юбилейное обновление. Добавили в игру много всего интересного, добавили новые фишечки и добавили новый секрет. Я вам сегодня его, естественно, покажу. Но вам нужно досмотреть ролик до конца, поставить лайк, подписаться на канал и жмякнуть на колокольчик, друзья. А мы начинаем. Итак, у нас появились новые яйца, друзья. Ютуберские вот такие вот питомцы, их можно открывать и получать. Появились у нас яичные конфеты. Появилась возможность, друзья, открывать теперь не одного питомца, а сразу 4 питомцев можно теперь одевать. Даже 6, ребята, у меня 2 одета. Это у меня, конечно, за донатик. Можно еще 4, ребята, я вам все покажу. Но я бы хотел показать вам еще топовую шапочку. Она появилась еще в прошлом или позапрошлом обновлении, просто я ее не получал. Ребята, вот эта шапка, и выглядит она реально смешно. Скорость у нее просто бешеная. 0.1, понимаете? Не 0.009, а 0.1. Я сейчас их одену, обе шапки. И вы посмотрите, насколько я стрёмный, друзья. Смотрите, робот глазастый, с выпученными глазами, с шапкой и с бородой. Это реально дикость, просто жесть. Вы только посмотрите на этого красавца. Итак, погнали, друзья. Мы с вами сейчас начнем открывать вот эти вот яички, пытаться получить топовых питомцев. Вот какие питомцы у нас здесь появляются. Итак, кстати, у нас добавились новые цвета, новые вкусы, новые шляпы там на корабле. В общем, погнали. И секретная доска для реберстов. Так, убираем наше мороженое и начинаем покупать питомцев. Денег у меня, в принципе, достаточно. Так, дефилд, это у нас всякие ютуберские яйца. Надеюсь, кстати, я появлюсь тоже здесь когда-нибудь. Я очень на это надеюсь, и вы будете открывать моего питомчика. Так, грави. Мы должны с вами поймать сегодня, в любом случае, топового питомца. Я, конечно, знаю, какой он, но пока мы не поймаем, мы с вами не угомонимся. Так, я вам покажу, как одевать дополнительных питомцев, как все это делать. Я все сегодня расскажу, друзья, поэтому смотрите внимательно. Так, пока что мы ловим всяких грави. Нам нужно вот этого блюэса поймать. Мы, в принципе, его поймаем в любом случае, потому что я уже его ловил, конечно, перед видео. Я тестил, думал, как это все работает, как открывать, кто лучше, кто не лучше. Итак, дефилд, окей, пока что не поймали. Когда ловишь топового питомца, пишет вот здесь справа вверху, пишет типа rarest, типа самый редкий, друзья, редчайший, который существует. Так, пока что это не редкий, пока это обычный, нужно редко поймать. Редкого именно для вот этого, скажем так, обновления. Так, давайте еще ловим. По 300 робоксов я, естественно, открывать не собираюсь. Так, Дарз это поймали. Дальше, давайте. И хлоп, опять брайтбота этого поймали. Дальше открываем. Ну-ка, яичко, хватит мне брайботов, дай мне нормального питомца. Дай мне топового питомца, и все, я буду доволен. И я отстану от этого, вот, скажем так, как называется, гахапон вот этого, гачапон. Ребят, пишите комментарии на русском языке, как правильно называется. Все, мы самого редкого поймали. Теперь мы идем одевать их, ребят. Заходите, вот это раздел Pets, это типа питомцы, это питомцы. Кстати, можете даже там не открывать, можете здесь получить вот питомца, к примеру. Даки нельзя, вот мерфейку можно получить, вот эту можно взять себе, вот эту. В общем, смотрите, у меня сейчас одет питомец Спайк. Спайк это не самый крутой, в этом обновлении у нас есть покруче. Естественно, максимально это золотые. Вот, вот мы этого одеваем, на 2900 скупов. Вот еще новый питомец, смотрите, они какие-то реально инопланетные. А это чернильные питомцы, как будто этот, еще есть игра такая, Бенди, да, если не ошибаюсь. То есть там есть чернильные монстры. Так, мы питомца одели, смотрите, вот он одет питомец. Кстати, у нас появились новые конусы. Давайте максимальный сейчас оденем с вами конус. Вот такой, за 550 биллионов одеваем. Новый цвет, или я его уже одел, сейчас посмотрим. А, разблокировали, вот мы одели 2250. Окей, питомца мы с вами одели. Дальше, что мы с вами? Еда для питомцев тоже новая появилась. Тоже мы сейчас ее наденем, или я надел. Вот, 1250 опыта. Погнали, Pet Prestige не делаю. Special Flower у меня одета. Все, ребят, смотрите, заходим вот сюда. Ой-ой-ой-ой, вот эти принцесски. Так, давайте от магазина отойдем, но я их одевать не буду. Я буду одевать вот такого еще в первый слот, вот такого во второй слот, вот такого в третий слот. Смотрите, какие лучше, такие себе одевать. И в такого в четвертый слот. Ребята, за мной сейчас просто армия. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть питомцев, ребята, за мной летает. Это жесть. Смотрите, с какой скоростью я близу мороженого. Просто какой-то дичайший, не знаю, лизальщик мороженого. Друзья, пойдемте ловить еще вот эти вот яйца, яичные конфеты, вернее. Попытаемся поймать топового.
Так, фиши. Окей, какой-то фиши. Это у нас прикольное, так, прикольное яичко такое. Слушайте, как будто у нас Пасха скоро. И они вот эти яйца подобавляли всякие прикольные. На самом деле нет. На самом деле нет. Пасха у нас еще не скоро. Фиши опять. Слушайте, нам нужно поймать топовое яичко. Это все. Вот. Топовое яичко. Rarest. Love. Окей, мы его поймали. Это хорошо. В общем, можно одеть 4 таких яйца, друзья. То есть эти рейджеры поймали. 4 яйца одеваются на каждого дополнительного питомца. Они дают им опыт. Так, в принципе, хватит. Мы с вами поймали... Вот у меня такое одно одето. Вот еще одного топа смали. 2 опыта. Удаляем сразу. У фиши 8 опыта. Удаляем. И вот это тоже удаляем. У рейджера 15. Так, в третий слот и в четвертый. Смотрите, мы все одели. Мы затарились по максимуму. Теперь мы с вами идем в зону. В зону воздушного корабля, друзья. Продаем лишнее. Итак, друзья, что я вам хотел показать. Мы с вами зайдем на корабль. Напоминаю, чтобы сюда зайти, нужно 500 реберстов иметь. Заходите сюда и делаете здесь, скажем так, прикольные штуки. Друзья, если вы не знаете, как открыть вот этот сундук, нужно найти 10 ключей на корабле. Посмотрите прошлую мою серию. Я все показывал, все объяснял. Так, у нас, по идее, здесь новые питомцы. Да, вот они, друзья. Вот они новые, Void, Bro, Циклоп, Рокет. Слушайте, давайте парочку попробуем поймать. Слушайте, какие будут мне попадаться. И получается топы в этом яйце. Blue Boy такой был. Void, Bro. Void, Bro, то есть если мне попадется Void, Bro, то есть это сразу топчик в этом яйце. А, Thousand Years, получается тысяча глаз, что-то такое. И Рокет. Кстати, Рокет это у нас третий с конца, окей. Мы даже предпоследнюю не поймали. То есть у нас еще два впереди. Даки. Этих питомцев уже были в прошлом обновлении. Давайте мы еще с вами парочку поймем. Слушайте, мне кажется, залагало что-то. Залагало вот эта яичная выдавалка. Либо у меня токены закончились. 5 миллионов токенов. А, может быть, 5 триллионов нужно токенов, ребят. У меня триллионы. Слушайте, почему оно не работает? Мне это странно. Ну и ладно, в принципе. Ничего страшного. Может быть, надо перезайти, тогда заработает. Это не важно, ребят. Мы сейчас с вами пойдем посмотрим еще один очень крутой секрет. Самый главный секрет это обновление. Итак, друзья, что нам нужно сделать? Нам нужно подойти к вот этому магазинчику. Здесь у нас продавщица фея. И здесь найти вот такое, друзья, яичко. Посмотрите, вот это красное-красное яичко, друзья. Здесь написано 2000 реберстов, 2к реберстов. Чтобы туда попасть, нужно иметь 2к реберстов. Смотрите, мы пока что отойдем отсюда. Мы вернемся с вами в первую зону. Чтобы получить 2к реберстов, вам нужно, естественно, пользоваться сначала вот этой доской, друзья. Вот доска. Здесь, получается, за вот такую цену можно получать по 100 реберстов. То есть, чтобы не нажимать каждый раз по одному реберсту, это очень долго. Вот здесь можно как бы использовать эту штуку. Как это делать, я сейчас вам, ребят, покажу и расскажу. Как это все здесь быстрее делать. Итак, идем туда. У меня, так как заметили уже, а самые внимательные заметили, что у меня 152 миллиона реберстов. И я сделаю буквально за 10 минут. Это просто читерско. Смотрите, нажимаете на это яичко. Ребята уже туда попали, я думаю. Так, здесь уже есть, ребята. Смотрите, подходите вот сюда продавать здесь мороженое. А вот здесь можно получить 100 тысяч реберстов просто за одно нажатие. Смотрите, берете мороженка, нажимаете и продаете все, что у вас есть. Вы получаете кучу реберстов, но у вас слетает конус. Понимаете, вы ничего не можете дальше делать, потому что у вас конус... Вы не можете, то есть у вас мало слишком. Хотя, в принципе, у меня хватает денег. Но если у вас не хватает... Вам нужно сделать следующее. Смотрите, видите, в принципе, у меня хватает на реберст даже 10 мороженкового. Но если вас не хватает, делайте следующее. В принципе, отсюда можно упасть. Вот сюда вас оно телепортнет на остров. Что вы делаете? Подходите к магазину. Вам нужно купить конус. Такой, который дается. Любой выбрать конус, на который можно фармить. Например, видите, вот этот конус. Он заблокирован, нужны деньги. Не подходит, не подходит, не подходит. Пираты, не знаю, не подходит, не подходит. Который уже разблокирован. То есть, за прохождение какого-то обе. Рипер. Подходит, 180 миллионов мест, мне хватит с головой, друзья. Все, мы одеваем рипера, берем наше мороженка, погнали. Теперь залетаем обратно наверх, вот сюда. Так, 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 вот сюда, нажимаем на яичко. Убираем, естественно, мороженое из рук, потом нажимаем на яичко. Смотрите, становимся вот сюда, друзья, становимся. Заживаем левую кнопку мышки, зажали, нажали Escape. Убираете левую кнопку мышки, он продолжает лизать мороженое. А потом стоите и вот клацаете сюда внизу, на эту досточку, вот на нижнюю, ну или на какую у вас хватает. И клацаете. Смотрите, у нас сейчас было 152 миллиона реберстов, уже 153. Мы с вами сейчас очень быстро сделаем 154 и дальше, ребят, я же говорю, здесь можно делать реберсты миллионы. Просто миллионы за минуту. Так, смотрите, я сбился, снова делаем вот такую штуку. Я потому что чувак пробежал мимо, видите, он встал и сбивается немножко, видите, сбивается. Это плохо, когда он начинает вот так вот делать. Туда-сюда ходить, немножко мешать. Смотрите, 152 миллиона.
154, ребят, мы сейчас сделаем с вами 155 миллионов. Наверное, на этом будем заканчивать сегодня. Это просто нечто. Смотрите, капец. Так, возвращаемся вниз. На этот остров, просто прыгаем. Друзья, в принципе, мы с вами сегодня все посмотрели. Ввели кодик, посмотрели все обновления, все новые цвета. Показал вам крутой секретик. Показал топовую шляпу, показал топовых питомцев, друзья. На сегодня буду заканчивать. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. С вами сегодня был Робзи. Как всегда, хорошего настроения и всем покедова!